Ты нарушила свое обещание, и теперь ты будешь там вечно. Давай, не бойся, там не страшно. Сейчас, потерпи еще немножко. Помоги мне. Вот так. А теперь вы. Мы? Что ты хочешь от нас? Ой, ничего такого. Просто желаю стереть вам память. Да-да, и отправить вас домой. Давайте немного расскажу о себе. Вы все равно это потом ничего не будете помнить. Итак, меня зовут Магнит. И я открываю порталы в потусторонние миры и ссылаю туда нечисть, которую увидели пони. Я же и создательница самой Рики. Да. Рики только что, за то, что она нарушила свое обещание, я отправила в потусторонний мир. А теперь, как я уже сказала, я хочу стереть вам память. Итак, что же будем... Итак, давайте не будем медлить, давайте же поскорее начнем. Нет, я протестую, ты не посмеешь тронуть моих друзей. Клео. Ваша магия ничто по сравнению с моей. Я в 1000 раз лучше вас всех обоих взятых. Вам ни за что меня не одолеть, и я сделаю то, что мне надо сделать. Ахахаха! О да, я чувствую эти воспоминания. Кстати, об этом, они, наверное, будут уничтожены. Да, но позже. Я хочу немного насладиться ими. Да.